готовы? Управлением организации дознания ГУ МВД России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ. Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. В рамках проводимых оперативно-розыскных и следственных действий полицейскими установлено, что на территории Московской области в контейнере-рефрижераторе хранилась черная икра без сопроводительных документов. Товар фасовался в различные емкости и сбывался на рынках столицы и ближайших регионов. В ходе обыска оперативники обнаружили более 1300 килограмм икры рыбосетровых пород. По предварительной информации, она была добыта браконьерским способом. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка превышает 20 миллионов рублей. Изъятая партия икры передана на хранение сотрудникам Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Образцы особо ценных и охраняемых водных биологических ресурсов направлены на экспертизу. Полицейскими проводятся мероприятия по розыску и задержанию всех причастных к противоправной деятельности. Здесь вон есть еще представлены банки для мотов. Мелкие. Фасуют и здесь же продают. На, если. Тоже так же. Есть? Тут на дверь следить. На, вот, хороший.